Вот очередное видео. Видео про ролевую колонку. Все писали, спрашивали, как она у нас стояла. Все, смотрим, пишем. Ну вот, как у нас ролевое. Все писали мне, как она у нас сделана. Вот сняли кожух. Вот руль. Крестовинка. Вот, рулевая колонка жигулевская. Этот с копалки, да? Вот вал получается. Вот мы вал у нас еще было. Ну, старая. Вал с... старая. Это вал с копалки. Вот он, это у поросенок завелся. Ой, ставится такие. А это вот стойка. Это вот сейчас стойка. Получается с плуга. Ну, с конского плуга. Только надо, когда вот это выгинать, чтобы надо подгонять так, чтобы колесо стало по центру. Вот. Вот это по колесо, центру этого вала. Вот. Это по центру вала. Вот, вала. По центру колесо должно быть. И тут приварится сюда, можно приварить жигулевскую ступицу. Ну, жигулевскую. Вот мы наварили, у нас приварена вот жигулевская здесь. И там, а тут к этому, это у нас диск стоит из мотоблока Нива. Ну, дырки потом мы уже у этой... у диску побуравили и подогнали сюда к этому. А так ступица жигулевская стоит. Вот, ну здесь переделок. И здесь еще жигулевская колонка. Верхи, это я не помню, где-то из комбайна, которые это стоят. Ну, где, не знаю, что-то с комбайна это вот у нас стоит. Вот с комбайна. Вот, тут и подшипник стоит. Там подшипник такие стоит. Ну, и тут карданчик. И плюс еще надо переделать колонку. Ребят, вот смотрите. Вот откручиваете этого крышку, вот 4 болта, снимаете, вот этот вал, вал берете, выбиваете, ставите с этой стороны, этот уже вал ставите, пробураете по центру дырку, ну, короче, диаметром этого диаметр, вот вала, ну, там, внутри, сколько там вал, все, пробураете, эту одеяете, крышку закрываете, вот так она у нас стоит, потому что руля будете крутить правильно вправо, а руль будет крутиться влево. Да, в обратную сторону. Ну да. Вот как она стоит. Убери. Вот так. Вот, вот так как она стоит, это, но получается вал говорит сзади. Ну, а вам надо перевернуть ее. Ну, вот так надо сейчас. Потому что у нас вал сюда стоит, это, по заводскому. А так у вас вал станет вот здесь, с этой стороны. Вот эти 4 болта. Да, вот 4. И все, вот она будет колонка. Ну, мы туда солидола наложили вот здесь. Ну. Не закрывали солидола, уже много лет ходит нормально. Ну, можете, кто там, вот, кто может, какую пробку, кто придумает, закрыть. Да, ну, у это... нас ее нема, у нас так, вот, сколько стоит, ездит, дырка, во. Все нормально. Все нормально. Руль, во, все нормально, уворачивает. Да, а есть приставки такие, ну, там, получается, с рогами, но с рогами вообще не увернуть. Выбиваю все с рук, ну, когда роги здесь, роги стоят, выбивают, а так, вот. А, про эту приставку, скажи, которая эта приставка вот стоит, это обыкновенная, которая рогатый трактор будет. Мы просто роги не захотели ставить, а тут вот только поставили этого. Да, поскольку мы на рогатом как-то проехали, там очень тяжело держать руль и выбивает борозне. А с рулевой колонкой все нормально, одной можешь рукой держать, оно ничего не выбивает, все отлично даже держится. Одним пальцем. Да, с этой стороны вот, поставили колпак. Это запорожцы? Нет, или жигулей, жигулей. Вот. Получилось. Поставили упоры, когда руль крутим, они упираются вот. С одной и со второй стороны вот. Со второй. Чтобы колесо не заламывалось. У нас определенно оно поворачивается и все. Ну, поверни. Как оно? Опа, видите, уперлось. Вот, уперлось. Сейчас в обратную. Вот, нам этого выворота вполне хватает. Ну и тут покажу. Вот так оно, вот тут все ближе. Вот так оно все работает. Вот. Вот так оно все. Все как работает. Вот ничего не заламывается. Работает все отлично. А тут вот еще про эту крышку. Когда будете сюда вот делать, там же у нас где-то его. Ну, у нас завесен поросенок. Там у нас просто к той рамке, которая прям прокручены. Угольник обыкновенный, к угольнику, и тут жесть у нас, где-то у нас тройка, можно даже четверка, вот я его гинаешь сразу так, потом так, потом так, ну тут уже руль, как хочется, подгоняете тут, ну, руль, мы тут... сами себе, моете его так, 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 ну мы тут все делали на глаз, поэтому я думаю, ну, замеры особо
Ничего, это если кто-то делает, это надо самому все вымирать. Поэтому размеры, я думаю, это бесполезно варить, поскольку мы все это сами дома без токарного станка. Вот как-то так получилось, все едет отлично. Ну тут у нас это колонка приварена сваркой, ну резьба отрезана за этой его колонки. Вот я, резьба отрезана. И просто и к этому поросенку она, когда стоит, она просто у нас уварена. Тут уварена. И где руль тоже у нас приварена. А руль мы делали, брали, я не помню, под подшипник подгоняли. И там из, ну, из машины ГАЗ-53, у УАЗика разницы нет. Они еще кончик отрезали и приварили к тому валу, чтобы одеть руль. Ну, чтобы ничего не подгонять. Вот, а руль чего? А то из пачка руль. Вот. Ну, можно ставить сейчас и меньше, это мы сразу, какой был, такой поставили. Вот поставили, чтобы не крутить вот так руками. Вот самое главное, вот эту вот колонку, запомните, вот эту открываете крышку, валик, вал этот выбиваете, его наоборот переставляете, бураете дырку, и все, опять все закрываете, и вам будет уже руль. И вправо, как положено, это да, не крутится. Еще напомню, если вал с этой стороны не переделали, получается, руль не туда, куда надо крутишь, оно наоборот колесо. Руль лево, колесо наоборот. Вот. Поэтому мы валы переставили. А тут этот кронштейн, тут уваренный кронштейн сюда, к этой жестянке. И ну, колонку закрепить. Все нормально держится. Вот. Что так будет делать, если кому-то что-то непонятно, пишите мне в комментариях ниже. Вот. Все прочитаю, отвечу, покажу. Вот это старое. Вот, спасибо за просмотры. Кому понравилось, ставите лайки. Всего благодарим.